в январе месяце мы поехали отдыхать в Южную Америку. И вот это вот я была. 115 килограммов я весила. И с февраля месяца я решила похудеть. Что дает коктейль? Он, как уже Софья сказала, дает чувство сытости. Три белка содержатся в нем. Яичный, ну, представьте, вот яичный порошок, молочный, как там, сейчас скажу, как называется, там из молока-то делают, сухое молоко, протеин горошка, ну, сухой горох, плюс шиповник, плюс клетчатка свеклы и плюс яблоко. Значит, я пью 1-2 раза в день. Вот сегодня я пила на завтрак, я не успела позавтракать, я долго сплю очень. И вот перед выездом, представьте, я не завтракала, у меня очень много энергии сейчас, да, потому что это правильное питание, сбалансированное, и мне позволило за 4 месяца сбросить 16 килограммов за 4 месяца. Так, получается, с февраля я начала, февраль, март, апрель, май, и вот в июне 5 месяцев, за 5 месяцев 16 килограмм, сейчас уже 17 еще килограмм. У меня сейчас такое, знаете, понятие есть плато, то есть когда вес не растет, но и не снижается. И вот у меня он колеблется 98-100 килограмм. Моя цель 74 килограмма. Резко худеть нельзя. Ну, то есть я не могу голодать. Ну, то есть что такое вот диеты, представляете, да? То есть это голодание, когда мы не даем себе кушать или каких-то продуктов, или мы голодаем. Я не могу голодать, я хочу есть. Муж не даст соврать, я ем практически все. Там есть три группы продуктов. Первая группа, вторая, третья. Первая овощи, вторая белки, третья углеводы. И я смотрю, и написано завтрак, что можно кушать, обед и ужин. И я просто выбираю, например, на завтрак я ем овсянку сухую с кефиром и с ягодами, и крутое яйцо. В обед я питаюсь полноценно, на ужин протеины, белок. Это рыба отварная, курица отварная и овощи. Скажу то честно, есть... она сейчас хорошо, красиво говорит, и она в принципе правильно говорит, но она не говорит одну маленькую вещь. Она может себе позволить булочку, две штучки, причем 2-3 часа пойдем чай попьем, и покупает две булочки такие с маком. Я говорю, ты же худеешь. Она говорит, а это система, при которой может тебе не отказывать ничего. Нет, кроме шуток, кроме шуток, да. Вот знаете, я раньше пробовала, я просто коктейль пила, но я не соблюдала вот эти именно продукты. Вот у меня есть сайт, называется «Здоровая среда». Здоров, среда. Очень легко набрать в поисковике. Можно меня найти и спросить, как это найти. Да, это я думаю, что реально. Здесь вот все полностью, здесь даже есть вебинар, как я снижала вес, полностью рассказано, что я делала для этого. И продукты по здоровью, простаксантин здесь. Вот как раз изобретатель продуктов wellness, профессор кардиологии шведского университета, вот он как раз вот отвечает на вопросы. Здесь можно все найти по этому предмету. Кому интересно, обращайтесь. И здесь можно подписаться в группу «Снижаем вес вместе». Вы будете получать автоматическую рассылку к себе на электронный адрес, когда будет выходить новая статья или будет какое-то мероприятие, посвященное именно здоровью, красоте. Не обязательно снижать вес, а именно вот как поддерживать здоровье в течение жизни.